Россия – одна из крупнейших и богатейших стран мира. Для освоения ее огромного потенциала необходима надежная транспортная магистраль, которая может связать воедино Сибирь и Дальний Восток, где сосредоточены 85% разведанных запасов полезных ископаемых. В 1888 году по инициативе Русского технического общества была проведена первая экспедиция по маршруту от Усть-Кута до Муи. В 1938 году началось строительство первого участка железной дороги, который предстояло стать крупнейшим инфраструктурным проектом в российской истории. В 1974 году было решено окончательно объединить участки дороги в единый железнодорожный путь. Проект получил название «Байкало-Амурская железнодорожная магистраль» и стал одной из величайших строек века. 29 сентября 1984 года состоялась укладка последнего золотого звена ПАМа, и по новой железной дороге пошли первые поезда. Всесоюзная ударная стройка привлекла на строительство ПАМа миллионы людей и открыла для них новые возможности профессионального роста и самореализации. Трасса пересекла 11 крупных рек, более 200 железнодорожных станций и разъездов, городов и поселков могут считать начало стройки века своим днем рождения, секундой, когда звон забитого костыля отозвался на самых западных границах. В обозримом будущем у ПАМа огромный потенциал – освоение несметных природных богатств восточных районов страны. В 2013 году ОАО РЖД приступило к реализации одного из крупнейших проектов своей инвестиционной программы – развитию ПАМа и Транссиба. По решению правительства Российской Федерации проект получил государственную поддержку. Модернизированная Байкало-Амурская магистраль откроет новые возможности для экономического роста страны, станет ключевым фактором для освоения природных богатств Сибири и Дальнего Востока. С праздником! С юбилеем начала строительства БАМа!